подземелье веяло стужей, но это был не простой холод. А мой новый аромат — северный ветер от Борея. Я знаю, мы с ним родня. И он не предложил тебе? Вот ветер в голове. Потоки воздуха странно движутся. А вдруг с их помощью я смогу тут перемещаться? Можно направить поток воздуха иначе. Нет, я изменюсь. Стану тем, кем ты хочешь. Что за... Так же, как ты собрал в ларце Пандоры все беды мира, чтобы одарить ими людей, Феникс заперла внутри страдания Гефеста. Его горести и муки вдохновения. Что тут скажешь, мой сын художник? Из пламени появилась терзающая Гефеста злоба. Злоба? Какая злоба? С чего бы Гефесту злиться? Вы сбросили его с Олимпа. Мать от него отказалась. Боги смеются над ним и на пиры не зовут. А если и зовут, все отменяется. Я занятой бог, так уж вышло. Ha!
навсегда останусь огненным богом. Из пламени показалось отчаяние, и Феникс быстро вернула его в ларец Пандоры. Взгляни на Гефеста. Он должен был просто смириться. А он, пленив Геру, потребовал руки Афродиты. Я знала, она его презирает, ни муж, ни ухажер ее не получат. Идеально! И я согласился. В своих бедах Гефест виноват сам. Эта ноша была тяжела, как и мысли Феникс. Не обречет ли она Гефеста на тяжкие муки, вернув изгнание? Скрипя сердце, она продолжала путь. Уступи Тифону. Он избавит мир от нашей жестокости.
Я буду жить в пламени. Оно меня не поглотит. Арес, как ты мог? Я верил тебе. Ужасная тьма, что отравляла сердце Гефеста, вновь была заперта в ларце Пандоры. Во всех горнах горит огонь. Теперь поток воздуха сможет поднять меня. Распря! Его не любит жена, и он много лет провел в изгнании. Подумаешь, я вообще женат на Гере.
дома. Папа, не надо. Я исправлюсь. Клянусь. Афродита, поговори со мной. Внезапно так холодно и очень грустно. Месть бурлила, как и следующий за ней гнев. Гефест ковал свои творения в пламени гнева, которое вспыхивало всякий раз, когда ты корил мальчика за оплошность. Жизнь сулила Гефесту много трудностей, я хотел, чтобы он стал сильным.
Но я не знал, как больно ему было. Злоба, распря, отчаяние и месть слились воедино и стали скрытой в ларце сущностью Гефеста.